Всем привет! Сегодня мы знакомимся с игровым монитором LG 27GN800B. Еще недавно у геймерских мониторов было два основных недостатка. Первый — они были неприлично дорогими, второй — при этом они еще и выдавали отвратительную картинку. Пользоваться ими для обычной работы за компьютером не хотелось. В более новых моделях производители смогли исправить хотя бы один недостаток. Игровые мониторы стали получаться либо хорошими и одновременно дорогими, либо с плохой картинкой, но хотя бы за терпимые деньги. LG со своим 27GN800B исправляет оба. Перед нами очень приличный и недорогой 27-дюймовый игровой монитор. Стоит он примерно 26 тысяч. Для модели с разрешением 2560 на 1440 точек и IPS-матрицей это совсем недорого. Примерно столько обычно просят за неигровые модификации. А наш сегодняшний LG очень даже игровой. Он построен на базе быстрой IPS-матрицы с частотой вертикальной развертки 144 Гц, которой большинству хватит с запасом, и совместим с обоими стандартами адаптивной синхронизации. Тут вам и AMD FreeSync с частотой до 144 Гц, и NVIDIA G-Sync в режиме Compatible, то есть без отдельного модуля, на тех же частотах. А еще из геймерского в LG 27GN800B внешность с красными акцентами, аккуратной подставкой и держателем для наушников. При этом, благодаря IPS-матрице, у него приятные цвета, которые не слишком искажаются при изменении угла обзора и немного расширенный цветовой охват. Он неплохо настроен и действительно быстр. Наконец, тут LG добавила режим со вставкой черного кадра, которого так не хватало в других ее игровых моделях. Конечно, самый бюджетный игровой 27-дюймовый WQHD не мог оказаться идеальным со всех сторон. У него есть небольшие проблемы с контрастностью и заметный глоу-эффект. Плюс в LG сэкономили на подставке, которая здесь регулируется только по углу наклона, а также на USB-портах и акустике, их тут просто нет. Ну и матовая поверхность матрицы кого-то может отпугнуть, а кого-то наоборот порадует. Никаких бликов, хоть на улице играй. И вот же неожиданность. Работать за ним тоже приятно. Благодаря качественной IPS-матрице и подсветке без мерцания за монитором можно долго сидеть. Цветовой охват позволяет без проблем работать с фото или видео, хотя перед этим дисплей бы, конечно, откалибровать. А правильный режим чтения поможет снизить нагрузку на глаза вечером. В общем, LG 27GN800B — один из немногих мониторов, которые одинаково хорошо подходят и для игр, и для работы. И едва ли не единственный, который при этом стоит не как космолет. Универсальный солдат. Рекомендуем? Да. Только не забудьте снизить яркость и переключить режим гаммы, а в идеале еще использовать цветовой профиль, который, кстати, можно найти в полном обзоре монитора на 3dnews.ru. Ссылку оставим в описании.